4 минуты первый гол. Жигулин Александр получает первый гол. Первая команда Астана. Мой любимый игрок сейчас.
вручили первый ход. Два команды в Барселоне. Thank you.
Михаил Евстигнеев получает первый пол. Давай, давай. Давай, давай.
deciso che molti amici che fanno questo Просто не сходь тебе это слово нутром. Да? Давай. Нет, поиграть. Александр Шабунов, выигрывают нас, выигрывают. Я верю в них. Они вообще, ребята, молодцы. Надо верить, чтобы они выиграли. Вера поможет им укрепить их душу. Концентрирует их внимание на мяче. Матюк! И ладошки не будут хотеть. Все благодаря Вере. Вере. Ну или Маша, или Надежда, там, или Валерия. Это точно профессиональный баскетбол? Во дворе такой кит замес был сюда. Никто не знает, что это. Дмитрий Спортсмейс получает первый круг. Второй команд. Thank you.
Хищник. Хищник что-то не играет. Павел Михеев, игрок по номеру 15, получил первый фол. Он
Банан лежал, по-моему, подкусывал его. Как мут. Останется.
Я отдаду. Попадешь, попадешь! Девочки,
Хитман, я Хитман. Павел Михеев получает второй фон. Три команды в Марсе. Нет, почему? Go.
Нет.
Жарить яичницу. Берешь ложечки. Пошла. Что общего? Come on.
Михаил Евстигнеев получает третий фол. Четыре команды «Барбек». Впереди БК «Астана».
Николай Фаршин получил первый гол. Первый командный баскет. Bastante. Já passou. Camisa
Минутный перерыв, 20-й раунд. Опять потели, не потели. Все за штуки. Опять потели, не потели. Я там стояла бомба, все это было. Thank you.
Вадим Матикевич, группа номер 80, получается.
получает пятый фол. Четыре команды Астана. Павел Кривенко.